Золото и серебро. У студентки Самарского техникума легкой промышленности сразу две награды. Мелюзя Зайдулина стала лучшей в компетенции дизайн костюма на чемпионате России и второй на чемпионате World Skills среди стран СНГ. Девушка признается, соперники были сильные. Она старалась удивить жюри оригинальностью. Я использовала как можно больше материалов, старалась, работала с формой, работала с цветом. Вот. В основном у других конкурсантов этого не было. На чемпионате России Татьяна Сергеичева завоевала бронзовую медаль в компетенции «Кондитерское дело». Соревновались 3 дня. Участники заготавливали полуфабрикаты, делали пирожные и торты. Девушка считает, бронза на всероссийском уровне – отличный результат. Развитие уже и творчества идет, и профессионализма, и на работу легче устроиться, как бы уже предлагают работу, уже хорошо. Медаль за совершенство в компетенции «Поварское дело» получил студент Самарского техникума кулинарного искусства Алексей Афанасьев. Войти в тройку лидеров ему помешали несколько ошибок, сказалось волнение. Но теперь есть большой стимул совершенствоваться в работе. Все-таки хочется вернуться туда и взять как матч реванш и выиграть все-таки. В финал конкурса профессий вышли более 500 участников из большинства субъектов страны. Соревновались в знании высокой кухни и моды, в искусстве укладки плитки и строительстве срубов, а также в высокотехнологичных профессиях, таких как робототехника и печать на 3D-принтере. Команда Самарской области состояла из 11 участников. В итоге 3 золотых медали и 8 место среди регионов России. Мы должны показать нашим ребятам, нашим педагогам и нашим руководителям, что есть определенная планка, есть горизонт, к которому нужно стремиться, нужно его достигать. Весь мир живет по этим стандартам. И если мы эти стандарты не достигнем, не обеспечим, это значит, мы будем отставать. Теперь перед самарцами стоят более амбициозные задачи – взять высшие награды мирового уровня. Лариса Шлафаст, Станислав Левин, «События».